Всем привет! С вами канал Китай стал ближе. И сегодня у нас две вот такие вот большие посылки. Итак, с вами Владимир. И давайте посмотрим, что же нам сегодня пришло. Пришли две вот такие вот посылочки. Это вышивка. Но чем интересна эта вышивка, я вам расскажу чуть позже. Давайте сначала откроем. Давайте начнем вот с этой посылки. Вот эта посылка шла очень интересно. Китайцы отправляют ее до Челябинска. А Челябинск, транспортная компания или какой-то пересыльщик, так называемый ООО 852 экспресс, отправляет ее уже получателю. Вот так вот запакована эта посылка. Вот так вот запакована эта посылка. Давайте откроем, что же у нас внутри. Первый раз приходит такая вышивка в коробке. Вышивка пришла. Итак, отвлек звоночек. Вот такая вот посылочка. По-русски даже написано. По-русски даже написано, как вышивать. Инструкция небольшая есть. По вышивке, что именно делать. 5D, диамонт. Ну, в принципе, ничего интересного. Краткие инструкции, как это все делается. Что в комплект входит. Стразы, лоток, пинцет. В принципе, все. Давайте откроем, посмотрим, что же там за вышивка. Вот такая вот большая вышивка. Все, коробка пустая. Такая вот просто огромная вышивка. Пинцет почему-то уже вскрытый. Пинцет уже вскрытый. Не знаю почему. Наверное, такой положили. Значит, в комплект входит пинцет. Вот такой вот лоточек. Лотки постоянно приходят все разные. Еще вот такой вот лоточек. Два лотка в комплекте. Значит, вот такая вот большая вышивка. Большая, по-моему, она вся цельная. Вся цельная. Да. Давайте посмотрим, что же здесь. Здесь у нас набор страз и сама картинка. Давайте посмотрим, что будет за вышивка. Вот, значит, набор страз и вот такая вот вышивочка будет. Вот такая огромная куча страз разных цветов, в основном доминирует желтый. И самое главное, они положили пакетики, в которые фасовать. Но пакетиков положили мало, а страз очень много, просто очень много. Вот, это первая вышивка. Давайте откроем вторую вышивку. Меня больше интересует вторая вышивка. Давайте откроем вторую. Значит, шла 25 дней, трек номер отслеживался. Вот, в комплекте вот такой вот лоток, такой вот щуп. Давайте откроем все это дело. Щуп для наклеивания страз, лоточек и клей. Вот такой вот кусочек с клеем. Страз очень мало, но стразы круглые. Круглые стразы очень удобно клеить. И давайте посмотрим саму вышивку. Если я правильно посмотрел по трек-номеру, это должны быть рыбы. Да, это вот такие вот рыбы, наверное. Да, вот она. Огромная. Но, к сожалению, меня она малость разочаровала. Я думал, она цельная будет. А здесь клеится только рыбки. Только сами рыбки. А чем мне была интересна эта посылка, а тем,
что мне обещали, что сейчас ее наклеят, и мы с вами это заснимем и посмотрим, как это будет клеиться и что получится у нас в итоге. Ну что ж, приступим. Итак, дорогие друзья, спустя 3 дня получилась у нас вот такая вот картина. Теперь надо придумать, как ее повесить на стену. Я думаю, наверное, сделаю ее в рамку, на фанерку, в рамку. Это будет, наверное, оптимальный вариант. В общем, вот такая вот картина получилась у нас. Ну, на этом все.
Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, предложите в комментариях, что можно с ней сделать, как можно ее повесить. Может быть, у вас какие-нибудь будут свежие идеи. Так что всем спасибо за просмотры. Ставим лайки, комментируем. Всем пока, до следующих видео.